Иду по Великой Китайской стене в городке Шаньханьгуань. Это место, где начинается Китайская стена, не самое начало, но место, где был первый вход в Поднебесную. Стена здесь делает такую петлю и охватывает весь городок, который находится внутри стены. Вот эту петлю, этот городок, можно обойти по периметру. Вся стена подреставрирована, открыта, башни восстановлены. Весь маршрут занял у меня примерно 2,5 часа. Виды потрясающие, погода прекрасная, людей мало. Мне очень понравилось. Впечатление грандиозное. Рассказ об этом месте, конечно, будет скоро на канале. А пока давайте просто пробежимся по стене.